тащим весь шмурдяк. Да, сейчас на чулок иду, конечно. Пойду ручку гляну вначале. Тут может будет и большой даже сазан. Посмотри, вон как она плывет. Ты видишь, она как она плывет? Посмотри, вон как она плывет. Посмотри, видишь, что вот эти уточка. А опарыш там заряжай воды. Я не буду на опарыше, я хочу сейчас свою свою эту мастырку попробовать. Я что, вчера зря ее месила, что ли? Поплавок поднимать, ты вчера мне новую сделал. А? Поплавок поднимать, и я не помню, как я поработал. Нет, поднимать, вообще. Ну, в глубину мерить. Ну что, клюет? Не клюет пока? Пока нет. Ну давай, лови, лови. Ну ты только что думаешь, только закинула и уже прям сразу тебе клюет, что это тебе? В Астрахани? Отлично, прикормочка наша готова, лепится в комочки, рассыпается, и для кормушки, и так сейчас шаром накатаю, накидаю.
Синички поют, красота, погодка сегодня класс. Так, ну пока хватит. Парни там уже поймали по пару штук. Лена поймала одну. Сибиря маленького пустила на поплавочек. Я сейчас креслица опустую и буду балдеть, ждать. Поймаем, поймаем, не поймаем, не поймаем. Ну тут у меня, короче, я не знаю, что мы делаем. Пошло дело, да? Дело-то пошло. Это дело такое не устраивает. Февраля выехали второй раз на рыбалку, первый раз вообще выезжали на разведку, практически и не рыбалили так, ну удочки обмакнули. Сегодня выехали второй раз в этом году, опробуем снасти, короче, пробуем. Тут у нас вот такую вот свечу пробуем, как она будет гореть. Погода, конечно, супер, вода стоячая, но клёва нет. Ну, поймали, конечно, там рыбёшку, ну, это не то, что хотелось бы. Но опять-таки не нулевой результат. Настоящая весенняя донская тараночка. Небольшая, но жирная. Какая она вкусная. Обалдеть. Во! Клёвка. Сейчас посмотрим, что там. Поймалась или не поймалась. Ой, что-то есть, что-то есть. О, класс. Хорошенькая. Ну вот, Заюша наконец-таки поймал крупненькую тарашечку.
пошла рыбалка. Это вообще, ну, жирненькая. Она большая, она жирная. Ой, это хороший.